Друзья, всем привет! Мы на одном из наших объектов, уже законченных практически на 98%. Это Барвиха, такой большой стеклянный дом. И сегодня я вам расскажу про структурные углы. Именно как выполнить правильно структурный поворот витражей. Пошлите поближе, я вам все покажу. Стандартный поворот витража, такой самый дешевый эконом, это когда у нас угол выполнен из металла, то есть такой оцинкованный металл, крашеный в цвет конструкции, но это на панорамном остеклении выглядит не очень круто, не очень премиально, не очень красиво. Поэтому самое современное на данный момент решение, которое мы применяем практически на всех проектах, это именно выполнение структурного угла, когда у нас нет вертикальных металлических профилей ни внутри, ни снаружи никаких нет оцинкованных. Это просто два стеклопакета, они сходятся между собой вот так вот углом. Вот посмотрите, как это выглядит. Одно стекло наружное, второе наружное, они сошлись. И здесь тоненький слой герметика, 5 мм буквально. Вот эта черная полоска, которую вы видите, это крашеный стеклопакет. То есть внутри наружное стекло, оно чуть длиннее, чем внутреннее, с зубом так называемое. И вот два стекла с зубом, эти зубья, они крашены внутри в черный цвет. Потом мы их так свели между собой герметиком внутри и снаружи прошли с 5-миллиметровой полосочкой. И получается такое обалденное, классное, красивое решение. Поэтому обязательно применяйте именно такое решение в своих проектах. И если, конечно, вы хотите, чтобы мы вам так сделали, в описании будут мои контакты. Переходите, оставляйте заявки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, до следующих видео. Всем пока!